Всем привет, с вами Дага03. Сегодня мы не будем ни в чё играть, а просто сделаю небольшое объявление. Я уеду на 15 дней в другой город, поэтому туториалы выходить не будут. В группу Бомбокрафт я сразу как приеду, постараюсь записать какие-нибудь туториальчики. Я старался записать туториалы перед уездом. Вот, хотел буквально завтра у меня уже поезд. Так что не знаю, что даже делать. Там я не смогу записать. Здесь я, если... Вот, числа, наверное, 15-го, 14, нет, 14 я точно не смогу. Числа 15, 16 выйдет, может, 17 выйдет новый туториальчик по Майнкрафт. Я хотел записать последний, но опять же, по времени я не смог. Даже вот эти простые обычные туториалы, которые я выпускал, тоже у меня отнимали много времени, потому что там... Я по времени вообще не успевала, мне половину приходилось делать ночью. Это как бы бред, и мне так как-то было влом ночью делать. Но вот так-то и сделал. Потом, не знаю, что скажет админ, который создал для меня тему в группе, Влад Гриценко. Гриценко, простите, если я не, как сказать, так, ну, назвал его фамилию, и главный админ Илья Раздоров, опять же, прости, если неправильно назвал твою фамилию, тоже меня поблагодарил за рекламу сервера. Опять же, я ему тоже благодарен, то, что он как бы согласился с сомнением, что я буду выкладывать сюда свои ролики. И, наверное, все. А пока меня не будет, подпишитесь на канал. Пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу подписаться на мой канал, кто состоит в Бомбокрафт. Кому-то, может, интересно будет там на моем канале. Да уж, я и сказал. Может, я буду выпускать на самые разные игры. Сейчас у меня в разработке идут только две игры. Майнкрафт и Скайрим. Прохожу Скайрим я за братство, но в дальнейшей разработке хочу пройти Скайрим за все гильдии и так далее. Ну, вроде бы все. Подпишитесь на мой канал, пусть видео наберет много лайков, что вряд ли. И пока.